Студия «Аудиокнига своими руками». Предлагаем вашему вниманию сказку Алисии Рувой «Цветное имя». Читает Александр Водяной. В один прекрасный летний день девочка Бронислава сидела вместе со своим папой за маленьким круглым столиком с клубничками. Они рисовали картинки. Папа рисовал границы, а Бронислава раскрашивала и обмазывала рисунки гель-блестками. «Папа, а разве у всего есть цвет?» – спросила девочка. «Да», – утвердительно кивнул папа. «И у моего имени тоже есть цвета?» «А как же?» «Конечно, есть», – ответил папа. «Хочешь, покажу?» Папа взял стопку чистых листов бумаги и карандаши. «Первая буква твоего имени – «Б». «Это бирюзовый», — сказал он, и на листе появилась бабочка. «Вторая буква твоего имени — «Р», розовый, и папа нарисовал большое сердечко. Третья буква — «О», пусть будет оливковый, произнес папа и нарисовал оливку. Четвертая буква твоего имени — «Н». «Это небесный», — сказал папа и разукрасил весь лист. «У неба границ нет», — добавил он и сделал вид, что рисует в воздухе. Бронислава засмеялась. Пятая буква — «И». «Изумрудный». Цвет камня по имени Изумруд. Он очень красивый, как ты. Шестая буква — «С». «Конечно, солнечный», — улыбнулся папа и нарисовал яркое солнышко. «Л». «Лиловый». «Это седьмая буква твоего имени. Она как нежный лиловый цветок». Восьмая буква «А». «Алый», как мамин любимый цветок, мак. Девятая буква «В». «Васильковый». «Видишь, у нас с тобой собрался великолепный букет». Десятая буква — «А». «Снова алый», — предположила Бронислава. «Нет, но не может же быть алый два раза». «Пусть будет аквамариновый», — сказал папа и нарисовал вздымающуюся морскую, а может и океанскую, волну. И вместе у нас получилась Бронислава. И вместе у нас получилась Бронислава.